Когда он видит, что мусульмане города объединяются в чем-то, или же вообще в общем в республике, или во всем мире, или ученые, которые придерживаются какого-то мнения, будь говорить с ними, не отдаляйся, не отделяйся от них, не ищи другие пути, не оставайся одним, ибо с тобой будет шайтан, твоим путником будет шайтан, ты заблудишься. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى وسلم على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Вообще среди ученых, психологов, социологов и так далее, в общем, религиозных, нерелигиозных деятелей, там светских ученых, вообще есть такой вопрос, оказывается: человек может меняться вообще или нет? Может ли он поменять свой характер или нет? Некоторые материалисты, психологи, социологи считают, что человек не может меняться, то, что ему досталось от своих родных, там, передается ему, и далее все, он этим живет. Вот как животное, да, живет по своему инстинкту, вот так и человек как бы берет что-то от другого, и вот так от своих родных, и вот так она передается, человек не меняется. Но, конечно же, ислам, наша религия и священный Коран, и хадиты пророка, саллаллаху алейхи вассалям, говорят иначе. Говорят, что человек, конечно, может меняться в лучшую сторону, как и может меняться в худшую сторону. Всевышний Аллах в Коране говорит: «Ауду биллахи минаш шайтану раджим, инна Аллаха ла югайиру ма би каумин, хатта югайиру ма би анфусихим». Поистине Всевышний Аллах не меняет положение народа, общества, пока каждый из нас сам не начнет меняться. В Коране мы видим прямым образом, прямым текстом говорится о изменении человека в лучшую сторону. Мне хотелось бы рассказать одну историю, когда мы знаем, что ахир замана, то есть время, близкое к судному дню, посланник, саллаллаху алейхи вассалям, поведал своим сподвижникам о многих смутах, испытаниях, которые уже сбылись и сбываются. Один из сподвижников, которого его звали Худайфат аль-Ямани, рахимахуллах, радиаллаху анху, он сказал, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, рассказал нам все, что было и будет до судного дня. Кто запомнил, запомнил, а кто забыл, забыл. И я же, говорит этот сподвижник Худайфат аль-Ямани, иногда, говорит, вижу, как что-то сбывается, то, что я позабыл, и когда увидел, вспоминаю, говорит. Как бывает, когда человека забываешь, когда-то видел, когда-то познакомился и забыл его, и при встрече вспомнил его. Вот такие смуты будут, сказал посланник, алейхиссалату вассалям. И однажды Умар, второй халифа, праведный халифа мусульман, радиаллаху анху, это было начало его открытий, завоеваний, в местечке под названием Аль-Джабия в Сирии. Он собирает всех военачальников и перед ними говорит: «Я стою вот сейчас перед вами так, как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, однажды стоял перед нами». И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, обращаясь к нам, сказал: «Усикум би асхаби, я завещаю вам, чтобы вы следовали моим сподвижникам, придерживались пути сподвижников, а затем пути тех, которые после, а затем тех, которые идут после, то есть табиины и табиа табиин. И придет время, когда распространится ложь, то есть лгать будут очень много людей. Человек будет кляться, даже его не потребуют этого, то есть ложные клятвы. Человек будет свидетельствовать против кого-то ложным свидетельством, хотя от него этого не требовали. О, люди, вы, когда один из вас уединяется с женщиной наедине, то третий из них бывает сатана». То есть Умар радиаллаху анху передает слова пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Третий бывает сатана.
И далее говорит «Алейкум бильджамаа». То есть, так, понятно, смуты, их очень много. Что же нам делать? «Алейкум бильджамаа». Вы, говорит, придерживайтесь «жамаата», коллектива, большого количества мусульман. Не оставайтесь, не отделяйтесь отдельно от «жамаата». «Ваияакум альфурка». فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ. И вы, говорит, остерегайтесь раскола, разъединения. Поистине шайтан с одним человеком, говорит, бывает. А когда уже двое, то шайтан, говорит, отдаляется от них. И далее он говорит, тот, который желает себе в центре, место в центре раю, فَلْيَلْزَمِ الْجَمَعَ. Пусть, говорит, будет с жамаатом, с коллективом. Когда он видит, что мусульмане города объединяются в чем-то, или же вообще общем в республике, или во всем мире, или ученые, которые придерживаются какого-то мнения, будь, говорит, с ними, не отдаляйся, не отделяйся от них, не ищи другие пути, не оставайся одним, ибо с тобой будет шайтан, твоим путником будет шайтан, ты заблудишься. И далее говорится, тот человек, которого радуют свои благие и хорошие деяния и огорчают плохие, فَذَٰلِكُمُ الْمُؤْمِنِ, то этот человек, говорит, верующий. Если нас, наши благие деяния нас радуют, поднимают нам настроение, а плохие огорчают, и мы печалимся за свои оплошности, это, говорит, признак веры. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, это рассказывает. Этот хадис приводится в Сунан ат-Тирмизи. Вот такого наставления, дорогие братья, это наставление, которое сказал Умар, радиаллаху анху, передавая от пророка, саллиллаху алейхи вассалям, тем самым и нас с вами обучая, как мы должны вести себя в те времена, когда распространяются смуты. Когда мы видим на сегодняшний день, когда мы слышим смуты, мы думаем, что это только войны. Но мы знаем известный хадит, хадиту Джибриль. Когда посланника, саллиллаху алейхи вассалям, спросил Джибриль, алейхиссалам, о вере, об исламе, об ихсане и когда будет судный день. Далее пророк, саллиллаху алейхи вассалям, ответил на все, кроме одного. И Джибриль, алейхиссалам, спрашивает, так расскажи признаки судного дня. С чего начал пророк, саллиллаху алейхи вассалям? Он начал именно с того, как нравственность, нравы, благонравие будет отсутствовать. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «Анталидаль амату раббатаха» – «Мать родит себе господина». То есть, рабыня родит себе господина. И ученые говорят, это, говорит, мать, которая родила детей, дети начали ослушиваться ее, и ей приходится выполнять их прихоти ради довольствия этих детей. Вот с этого начал посланник, саллиллаху алейхи вассалям, когда говорил о признаках судного дня. Это что нам говорит, дорогие братья? Что то, что мы сейчас видим, это упадок, ахлак, благонравие, это отсутствует на сегодняшний день. Ученые, социологи, они рассказывают, что на сегодняшний день современный мир потерпел три кризиса. Первый – это экономический кризис, второй – это политический кризис, и третий – это кризис нравов, благонравия. Экономический кризис мы понимаем, когда видим, сколько стран голодают, а другие страны шикуют. Когда 1% всего человечества, 1% имеет ресурсы, богатства 50% всего мира. Мы видим, что это политический момент. Это неспроста. Вот такое отсутствие равновесия в экономике, это тоже политика. И это кризис. Когда в Африке люди не получают воду, не могут дать своим детям качественное образование, наши
с вами дети, или же возьмем вообще в других, более развитых странах, вообще не задумываются о пропитании, о воде и так далее. Военный кризис, политический. Мы видим, дорогие братья, сколько войн в странах Персидского залива, азиатских странах, в арабских странах. Мы видим, сколько сейчас, на сегодняшний день, унижений, несправедливости. И это все, если мы будем размышлять, в итоге возвращается к кризису ахлаков, нравственности. Потому что все эти войны, они ведутся ради чего? Потому что нет нрава, благонравия. Там личные интересы, а не общие. Также в экономике тоже личный интерес. Когда все народы, все религии, иудаизм, христианство и ислам призывают нас к золотому правилу, к тому, чтобы мы делали другому то, что любим себе. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: «Ля юмину ахадукум, хатта юхибба ли ахихи ма юхибба ли нафсихи». Ни один из вас не уверует истинной верой, пока не полюбит для другого, для своего брата, то, что любит себе. Если бы этот принцип использовали и другие страны, им не пришлось бы воевать, им не пришлось бы забирать. Они бы жили бы справедливо, все жили бы мы справедливо. Но отсутствие вот этого элементарного правила нравственности человека, людей и целое общество, они призывают к войне, призывают там к экономическим кризисам, и в итоге вот так и происходит все. Также в Коране мы знаем, Всевышний Аллах строго-настрого пригрозил людей. Всевышний Аллах в Коране говорит: «Ауду биллахи минаш шайтанир раджим, вайлю лиль мутаффифин, аллазина иза кталю аля нас йастауфун, ва иза калухум ау вазанухум йухсирун». Садака Аллаху аль-азим. «Вайлюн», говорит Всевышний Аллах, «горе, наказание обвешающим». Это люди, которые, покупая у других, требуют сполна, чтобы им все сполна давали, когда они у других покупают. А когда они отмеряют или взвешивают для других, то наносят им убытки. Когда я взвешиваю другому человеку, я делаю весы, подстраиваю так, чтобы показывало больше, но меньше даю. А когда сам покупаю, хочу сполна. Когда продаю, продаю за высокую цену, а сам хочу в два раза меньше получить. Вайлюн лиль мутаффифин. Всевышний Аллах пригрозил, говорит, что вайлюн — гнев Всевышнего Аллаха. Горе этим людям, говорит. Настолько религия, и не только в нашей религии, и в других религиях призывает нас к благонравию. Когда мы говорим, дорогие братья, о том, что мы должны меняться в лучшую сторону, ученые выделяют три основных фактора, три основных метода для того, чтобы мы менялись. Или в лучшую сторону это действует, а также и в плохую сторону. Первая причина, что влияет на наш характер, на наше благонравие, это что, как вы думаете, дорогие братья? Это то, что нас окружает. Наше общество, общество, в котором мы живем, оно влияет на нас и в лучшую сторону, а также в худшую сторону. Чтобы наши дети, наши потомки, они были хорошими людьми, мы должны постараться сегодня, чтобы все общество было хорошим. Если общество погрязло в каких-то грехах, не в справедливости, унижение другого и так далее, неуважение к старшим, это же переняют нас, от нас наши дети. И об этом прямо указывает священная книга. Удивительно, священный Коран насколько не оставил нам даже элементарного вопроса, не разъяснив, не показав нам истинный путь. Всевышний Аллах в Коране говорит:
Сура Аль-Араф, ауду биллахи минаш шайтану раджим. والبلد طيب يخرج نباته بإذن ربه وإن خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. Хорошая земля. Очень интересно Всевышний Аллах преподносит нам, дорогие братья, так, чтобы мы поняли и не осталось никаких вопросов. Всевышний Аллах в Коране говорит, хорошая земля, она дает растения по воле Всевышнего. Плохая же земля, говорит, оттуда выходит растение с трудом, скудно и без пользы, а может вообще не выйти. Так мы объясняем знамение для людей благодарных. То есть, вот это растение, дорогие братья, это мы с вами. А вот эта земля плодотворная, это наше общество. Ученые говорят, что это пример верующего, праведного человека и неверного, неверующего человека. Или того, у кого кто грешит, кто нарушает, кто не живет по законам Всевышнего Аллаха. И когда говорит, вот, если земля, говорит, хорошая, то есть если наше общество хорошее, то и мы знаем, растение, на котором растет эти цветы, эти деревья, эти пастбища, они растут, хорошо растут, они расцветают. А если земля не обработанная, если земля не готовая для того, чтобы там сажали, что бывает, дорогие братья? Мы видим, как растения не растут, или же растут, но плоды бывают такими неважными, то есть не дают никакой особой пользы. Вот так и общество, дорогие братья, влияет на нас и на наших детей. Если мы не будем говорить, что моя там хата с краю, что я могу сделать этому человеку, как я могу повлиять, главное, я буду думать о себе. Когда болезнь распространяется, она распространяется повсюду. Когда какая-то эпидемия распространяется, распространяется повсюду. Поэтому, дорогие братья, для начала мы должны работать над тем, чтобы улучшить наше окружение, улучшить то место, где мы живем, улучшить то место, где мы, например, наша семья, которая нас окружает, наши друзья, наши родственники, близкие, постараться, чтобы эти люди жили по религии ислам, жили по сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Второе, то, что влияет на наш характер, это, дорогие братья, дружба, сухба. Очень сильно, можно сказать, одна из таких главных причин, когда человек или же становится очень праведным, хорошим, благонравным, справедливым человеком, правдивым человеком, без вредных привычек, или же наоборот, совсем наоборот. Подружился не с кем, с кем надо было. Ходил не с тем, с кем надо было. Брал уроки не у кого-то, у кого надо было. То есть подружился не с теми людьми. И попал туда, куда попал. Или наоборот, человек возвысился из-за того, что... Как сахабы возвысились из-за того, что они были с пророком, саллиллаху алейхи вассалям. Они получили сухба. И здесь очень четко говорит посланник, саллиллаху алейхи вассалям. Аль-мар'у аля дини халилихи. Представляете? Человек на религии своего друга. Не просто так он дружит. Он еще и на его религии. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу... кто ты. Также Всевышний Аллах в Коране говорит, ауду биллахи минаш шайтану раджим, описывая, насколько вот эта дружба влияет на нас и на наш характер. И что будет, если у нас не будет истинный друг, хороший, праведный человек? Всевышний Аллах в Коране говорит, ауду биллахи минаш шайтану раджим, ва май яшу ан дикри ар-рахмани нукайид лаху шайтан фа хуа лаху карин. Нукайид лаху шайтанан, фахуа лаху карин. Садак Аллаху алазим. Человек, который отвернулся от поминания Господа. Ва май яшу ан дикри ар-рахман. То есть он отвернулся от поминания Господа, подружился с кем-то, или же он не дружит с теми людьми, которые со Всевышним Аллахом. Как говорится, кун ма Аллах, будь, говорит, со Всевышним. Если ты не со Всевышним, хотя бы будь с любимцами Всевышнего Аллаха.
То есть этот человек отвернулся от упоминания Аллаха. Мы, говорит, нукайил ляху шайтан. Мы, говорит, определим для него шайтана. То есть нукайил. Ученые говорят, что шайтан полностью охватит, говорит, этого человека. Фагуа ляху харин. И шайтан, говорит, он будет для него товарищем. В суфийских книгах часто мы видим «Ман ляйса ляху шейхун, фа шейхуху шайтан». Это подтверждает, вот этот аят как раз таки подтверждает смысл этих слов. Человек, у которого нет шейха. Шейх – это учитель. Шейх – это хороший друг, который, смотря на него, ты идешь по правильному пути. Это близкий человек, это учитель муалим медресе, это имам мечети. То есть нет у этого человека таких людей. Не дружит, фашайхуху шайтан говорит, то тогда его учителем, его другом, как в Коране говорится, фахуа ляху харин, то есть его другом будет шайтан, говорит. Далее, дорогие братья, третье, тоже очень важное. Как влияет на нас, на наш характер, на наше благонравие, и с хорошей стороны, и с плохой стороны, это что? Это наша семья. Мы, многие из вас, наверное, родители, наверное, дедушки, бабушки и так далее, матеря. Самые ученые воспитактики говорят, самый важный период времени ребенка – это первые 7 лет. А заметьте, дорогие братья, это время он с кем бывает? Он бывает с родителями. Особенно с матерью бывает он. И на плечах матери сидит именно эта ответственность за этого ребенка. Если она в эти 7 лет поставит ему благой нрав, справедливость, правдивую речь, то всю свою жизнь он будет таким. Арабы говорят: «Аль-ильму фиссиба каннакши аль-хаджар». Наука, изучаемая, знание, которое получает ребенок в детстве, это как накиш, это как узор, который выколели на камне. Вот на камне, когда мы что-то пишем, вот мы видим здесь узоры, они не стираются. Так просто их не стереть. Вот такое знание, когда получает в детстве ребенок, когда получает, это пример. Оно не уходит. Но как и знание, дорогие братья, так и табиат, амал, характер человека. Если он с детства знает, что плохо врать, плохо воровать, что справедливость – это хорошо, что надо говорить правду, не обманывать, она будет каннакши аляль-хаджар. Вот такой крепкой всю жизнь он не сможет соврать. Всю жизнь он будет хорошим человеком. Это такое правило, дорогие братья. Конечно, бывают исключения. Семья без уродов не бывает, как говорят. Но большинство зависит его амал, его характер в дальнейшем, как мы, как семья, как родители будут воспитывать своего ребенка. Особенно в эти первые 7 лет. А представьте, ребенок приходит, отец гуляет там, тут его не видно. Мать в телефоне. Когда отец приходит, между родителями происходят скандалы, какие-то нецензурные слова. Как вы думаете, этот ребенок каким выйдет? Что он увидел, какой пример он взял от своих родителей? А если наоборот? С детства родители прививают в своем дитя совершение намаза, чистоплотность, совершение намаза, поста, и так далее, ходить в мечеть, читать Коран. Говорят с ним, рассказывают им истории пророков и сподвижников, ради Аллаху ан маджмаин. Как вы думаете, такой ребенок из 100%, 99,9% выйдет хорошим человеком? А что может быть, дорогие братья, сестры, для нас, общество, да? Что может быть более ценным подарком для нас с вами, чем воспитанный человек? Вот приходит человек в мечеть, воспитанный. Нам же легко бывает с ним общаться. Мы благодарим его родителей.
его тухум, его насаб, что он такой. А когда, да убежит нас Всевышний от некоторых, бывают шайтаны джиннов и шайтаны людей. То есть он подобно шайтану. Ничто, никакой пользы он не приносит, кроме вреда. Мы начинаем говорить, кто его воспитал, кто его родитель, с какого он села, с какого он тухума. То есть уже невыносимо становится. Поэтому самый большой подарок для нас, дорогие братья, это воспитанные дети. Как говорил один молодой юноша, он сказал, мать меня обучила Корану, а Коран меня обучил остальному. Пусть Всевышний Аллах примет и позовет нас всех в хадж. В первую очередь, я желаю, чтобы все мы, те, которые здесь сидящие, которые пришли в мечеть в эти священные дни месяца Рамадан, получили мы уже благодать, альхамдулилля, и чтобы Всевышний Аллах позвал нас всех в хадж, на умра и в остальные священные места. Вассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.